Торжественные линейки в сельских школах всегда отличаются уютом и душевностью, ведь здесь все друг друга знают. В Новополесском учебно-педагогическом комплексе всего 24 воспитанника детского сада и 82 учащихся школы, то есть в классах в среднем по 8-10 учеников. Масштабы, конечно, не сравнишь с городскими, но это не тот случай, когда количество отражается на качестве. Это отметили и гости школьной линейки: председатель Копацевического сельского совета Лариса Жибурт, директор ОАО «Новополесский» Сергей Акулич и председатель Солигорского районного совета депутатов Лидия Клишевич. Всем здоровья, всем удачи, всем благополучия. Взрослые, особенно родители, знайте, что ваши дети самые-самые лучшие. И вот с этим девизом они должны пройти на протяжении всего учебного года. С праздником! В этом году в Новополесской школе звонок прозвенел и для 5 первоклассников. Мальчишки от такого количества внимания, конечно же, разволновались, поэтому рядом их подбадривала первая учительница Нина Ивановна. Говорили напутственные слова старшеклассники, родители и педагоги. Впереди у первоклассников новая школьная жизнь, которую учителя постараются сделать насыщенной и интересной. Хочу поблагодарить работников школы, которые все лето трудились над благоустройством школы, которые ремонтировали эту школу, которые за лето сделали санузел для начальных классов, которые сделали кабинет для второго класса, которые не ходили в отпуск, а во время этого отпуска работали на то, чтобы дети пришли в новый кабинет. Спасибо вам еще раз огромное, всем спасибо. Сегодня сельские школы ничуть не уступают городским. Здесь есть и свои коллективы художественной самодеятельности, и масса объединений по интересам. Например, в Новополесской школе есть краеведческий, экологический, компьютерный и театральный кружки. Ребята с удовольствием танцуют и поют. Ваши выпускники, ваши ученики меня шокировали своим пением и своим званием. Они стали лауреатами патриотической песни в городе Москве. Тяжело представить, чтобы с нашего далекого белорусского городка, деревеньки Новополесской оказались отмеченными такие таланты. Радость встречи с одноклассниками, красивая школьная форма и букеты для учителей – все это день знаний. Новополесские девчонки и мальчишки уверенно идут в школу, чтобы в новом учебном году порадовать еще большими успехами. Все любимые предметы, потому что я отличница, мне все нравится. Учителя у нас самые лучшие, самые хорошие, мы их очень любим. Чем занимаюсь, это везде участвую, можно сказать. Любимый предмет – биология, география. Куда мы ходим? Танцевальный кружок, там спортивный. От учебного года хочу, чтобы вот хорошист, но хочу большего чего-то добиться.